Перед тем, как убрать гортензию, мы сначала все убираем, срезаем шапочки, убираем листики вот таким вот образом. То есть стебли мы эти оставляем, потому что гортензии у нас цветут на побегах нынешнего года и прошлого года. Но это касается ремонтантных сортов. А если простые гортензии, то только на прошлогодних побегах. Поэтому мы их не убираем, а вот так вот чистим. Обрезку мы произвели полностью. Вот остались такие вот побеги у нас. Чуть-чуть оставила листового аппарата, чтобы уж совсем растение не погибало. Вот, охлаждение нам требуется 2-3 месяца для того, чтобы была закладка новых бутонов. Тем, как убрать в подпол или в какое-то другое помещение, я буду обрабатывать прогнозом. Это от мучнистой росы, мне очень нравится. Тут, смотрите, расход, все прописано, делайте как тут в инструкции. И клещевид, либо какой-либо другой препарат от клеща.